В тенистых уголках сада многие растения чувствуют себя неуютно, а вот папоротники могут прекрасно расти под кронами деревьев и довольствоваться только 2-3 часами утреннего или закатного солнца. Значит, самое место для них здесь. Я расскажу, как правильно посадить папоротник. Это растение любит влагоемкие почвы, богатые органическими веществами. Сажаем папоротник так, чтобы корневая шейка находилась над уровнем почвы. Субстрат подмешиваем измельченный мох сфагнум. Он поможет растению сохранить в почве драгоценную влагу. А чтобы ему было тепло зимой, прикроем корневище одеялком из мха. Благодаря этим маленьким хитростям папоротник быстро приживется на новом месте еще до наступления холодов.